Здравствуйте! Мы начинаем с вами знакомство с искусством, а именно с живописью, историей живописи. И я расскажу вот вкратце вообще, что есть, какие есть проекты. Это первая часть, и это как научиться понимать мировую живопись с 15 по 19 век. Первая часть – художники, эпохи, творчество. Вторая часть – это современное искусство 20 века. Соответственно, это направления в стилях такие, как модернизм, сюрреализм, абстракционизм и так далее. Да, вот все эти измы, все, которые были рождены в эпоху 20 века. И третья часть – это русская живопись и знакомство с творчеством таких русских известных художников, как Шишкин, Васнецов, Брюлов. Много. Ну, в данном проекте это 15-часовой рабочий проект под названием «Мировая живопись 15-19 веков». Проект будет выглядеть следующим образом. У вас есть рабочие материалы, в которых, в общем-то, структурирована вся информация. Вы сможете по желанию дописывать вам необходимые какие-то моменты исторические, информационные, что-то, что понравилось. Можете просто слушать, у кого как работает каждый канал. Да, кто-то визуально, кому-то надо еще пописать. Будете уже как вам удобно. На протяжении этого семинара у нас будет две визуальные атрибуции, это таких вот два экзамена. Посередине это будет визуальная атрибуция на 100 картин, и в конце у нас будет визуальная атрибуция на 50 работ. Информацию, которую будете получать, из нее будет 20% исторической информации, то есть истории той или иной страны, в которой рождалось то или иное направление в живописи. Это первая часть, затем будет идти творчество художника, вернее, сам стиль, описание стиля, потом творчество художника, и будем разбирать конкретную его работу. Конечно же, мы не знакомимся исключительно вот с картинами, с соборами, мы знакомимся с историей, мы знакомимся с культурой, мы знакомимся с мирами, с людьми, которые жили давно, очень давно, и они чувствовали и жили иначе, чем мы. И это знакомство нас будет обогащать не просто знаниями, а новым творческим опытом. С чего мы начинаем? Значит, вот наша историческая линия. И первая точка – это первый век нашей эры. Или она у нас начинается от Рождества Христова. Мы заявляем о том, что знакомство с историей стилей мы начинаем с 15 века, это эпоха Возрождения. До этого, скажем, понятия стилей в живописи еще не было. Поэтому где-то вот здесь у нас будет 15 век, условно обозначим, 15 век нашей эры, и это эпоха Возрождения.